Совместное производство TF1 Carrera и La Colonial. Автор сценария Себастьян Дорсе. При участии Центр национальной кинематографии. Композитор Дидье Жулья. Режиссер Жан-Сезар Сухорский. Аргай. Глава 18. Рыцарский турнир. Сначала надо спрятать Энджел, а потом вернуть машину времени и поскорее. Куда мы летим? Строго на запад! Мы пройдем над землями лорда Артемиса. Прекрасно. У него мы будем в безопасности, я уверен. Вы хорошо его знаете? Да, но не видел уже много лет. О, смотрите! Замок прямо по курсу! Артемис! Сажайте осторожно. Незачем пугать народ. Барнаби, вы с капитаном вернетесь в Тирлах. Тирлах? Ну там королева. По логике ей незачем там оставаться, а нам нужна машина. Вам виднее, шеф. Как только найдете, возвращайтесь. Готовы? Готовы. Ну, пошли. Корабль беглецов не движется. Мы видим его на наших экранах. А его положение? Они сели в провинции Аквитань. Кажется, владение лорда Артемиса. Да, королева, вы разгромите его армию в 1332 году и плените его дочь Люсиль. Как это занимательно! Я лечу в Аквитань! Гекко, позаботься, чтобы ничего не случилось ни с Люсиль, ни с Энджел. Их судьбы должны быть одинаковыми. Я прослежу, королева. Всех передавайте привет Бруту. Кажется, праздник. Да, пошли во дворец. Рыцарь Аргай, принц Тирлаха желает видеть вас, господин. Принц Аргай здесь, пригласите. Аргай, друг мой, как я рад тебя видеть. Но Энджел, что с ней? Она стала жертвой заклятия. Лорд Артемис, это мои друзья, Оскар Лайтбалб и мисс Мун. Добро пожаловать в Аквитань. Но что случилось? Это долгая история, которую я буду рад поведать, милорд. Но мои друзья устали, путь был не близким. Разумеется, я прикажу устроить вас поудобнее. Поговорим вечером за ужином. С удовольствием. Проводите принца и его друзей в их покое. А я бы не отказался взглянуть на замок. На обратном пути взглянешь, капитан, я обещаю. Смотри, Барнаби! Флагман Черной Королевы, садимся. Можешь не говорить, куда она направляется. Аргай в опасности. Надо вернуть машину, иначе нам не спастись. Стартуем! Мы почти на месте. Прекрасно! Остановить корабль. Нанесем визит лорду Артемису и его почетный гость. Атаковать забыл. Нет, Кеко, сначала развлечемся. Хочу преподнести Аргаю сюрприз. Черной королевы? Она уничтожает все на своем пути. Я не знаю, где отец. То, что ты рассказал, ужасно. Есть способ ее победить. И мы над этим работаем. Никогда не видела такого наряда. Правда? А у нас все так одеваются. О, бедняжка.
едят поросят? О, да, конечно. Каждый день. О, правда? У нас только лорды едят их каждый день. Должно быть, вы принцесса? Да, принцесса. Жду своего отважного рыцаря. Завтра у нас турнир, все рыцари соберутся. А что за турнир? Состязание, в котором рыцарь должен доказать свою храбрость. Рыцари дерутся с оружием в руках, и тот, кто не может встать, проиграл. Но это так кроваво. Из какой вы страны? На турнире рыцарь не убивает противника. Но если захочет, может убить. Один рыцарь просит аудиенции. Он желает принять участие в турнире. Пусть войдет. Мое почтение, лорд Артемис. Простите, что помешал банкету, милорд. Подойди-ка поближе. Прошу прощения за вторжение, но я проехал 1000 лиг. Ты никогда не снимаешь шлема в присутствии лорда? Не оскорбляйтесь, милорд, но война обезобразила мое лицо. Не хочу пугать дам. Заботливость достойная похвалы. Как тебя зовут? Меня зовут Черный Ангел, и я хочу драться на турнире. Так тому и быть. Правила тебе известны, ты должен выбрать соперника. Вот рыцарь, с которым я буду драться. Аргай? Принимаю вызов. До завтра. С позволения милорда, позвольте удалиться. Разумеется, слуга тебя проводит. Вы не должны с ним драться, Аргай. Он ужасен. Не могу не согласиться. Я должен следовать своей судьбе. Жизнь Анджел в опасности. Я тоже удалюсь, милорд. День был трудным. Все равно, что искать иголку в стоге сена. Где же он ее посадил? Если бы знал, не пришлось бы искать. Пожалуй. Энджел, дорогая. Чудесная ночь, мой принц. Луна так ярко светит. Я люблю Тирлах. Это вся моя жизнь. И моя. Ты озабочена, Энджел. Чем? Варвары, они правда хотят напасть? Никто не отберет трон отца. И чтобы ты мне поверила, поклянусь, как только война закончится, мы поженимся. Поженимся? Вы делаете мне предложение, принц? А как ты думаешь? Я так счастлива. Мой ангел. Кто там? Это я, Оскар. Не спится? Устал, но заснуть не могу. По-прежнему хотите драться? Как у рыцаря, у меня просто нет выбора. Не принять вызов – это бесчестие, а оно хуже смерти. Не знаю, но этот черный ангел почему-то не вызывает у меня доверия. Один из нас может умереть. Какая радостная мысль. Будете моим оруженосцем? Я? Оруженосцем? Но я не разбираюсь в таких вещах. Я вас научу, но сначала давайте выспимся. Чудесная мысль. И не волнуйтесь, Энджел меня защитит. Надеюсь, вы правы, Аргай. Не верится, что вам все это нужно. Бои настолько жестоки? Турнир должен показать храбрость рыцаря. Что ж, можно и так сказать. Дайте мой шлем, Оскар. А, шлем. Прошу. Благодарю. Я не видел мисс Мун. Это меня беспокоит. Она придет. Что вы здесь делаете, леди? Заблудились? Еще принц Аргая? Вон там, на другой стороне. Он ваш друг? Да. Не хотелось бы драться с черным ангелом. По-моему, он непобедим. Только что его видел. Да? Где же? Во втором или третьем шатре. Попробуй.
его найти. Будьте осторожны. Спасибо. Удачи. О, черный шатер. Наверняка это его. Все готово, Гекко? Да, королева. Гекко! Простите, я очень спешу. Люблю это чувство перед боем, когда в воздухе носится запах смерти. Да, королева, носится. Я долго ждала дня, когда встречусь с принцем Аргаем в бою. Он пожалеет, что встал на моем пути. Ему невдомек, что я изменю правила турнира. Гекко, для тебя есть поручение. Мара, я должен занять позицию. Молитесь за меня. Удачи, принц. Будьте осторожны. Оскар, принц Аргай! Муни, где вы были? Я волновался. Это ловушка. Вы не должны. Я видела. Тише, Муни. Расскажите, что именно вы видели. Я была у шатра Черного Ангела и его оруженосца. Да, продолжайте, я слушаю. Его оруженосец Гекко. Гекко, чтоб мне провалиться. Аргай! Черная королева и Черный Ангел одно лицо. Я знал это. Настал момент истины. Но она ведьма, Аргай. Мисс Мун права. Она использует свои чары. Умоляю, принц. Я должен драться. Если со мной что-то случится, обещайте позаботиться об Энджел. Мы обещаем. Прощайте, друзья. Рыцари, вы готовы? Милорд, могу я попросить драться по правилам моей страны? Сражаться не до первой крови, а насмерть. Извини, но в Аквитании приняты другие правила. Согласен. Согласен драться насмерть. Да будет так. Противники, займите свои места. Что происходит? Рыцари согласились драться насмерть. О, нет, это ужасно. Мисс Муни, вместо того, чтобы смотреть бой, идите к Энджел. У меня дурное предчувствие, а с ней сейчас только Люсиль. Но... Не спорьте, я приду после боя. Хорошо. Один рыцарь не вылетел из седла. Они должны вернуться на свои места. Надо что-то делать. Вмешиваться нельзя. Смотрите, птенец Аргай встает. Слава богу, живой. Ты отважный рыцарь, но теперь ослабел. У Аргая ранен конь. Что это значит? У него не хватит сил сбросить противника. Теперь ему остается лишь готовиться к падению. Надеюсь, я не опоздала. Люсиль! Люсиль! Люсиль, откройте! Это Муни! Мисс Мун, какой приятный сюрприз! Люсиль, откройте! Люсиль!
Надеюсь, ты не сильно ранен. Аргай будет помявшим. Вы ставите меня в затруднительное положение. Придется передать вас королеве. Ты монстр! Вы поразительно наблюдательны. Люсиль, ты не... Она жива, потому что может принести больше пользы, чем ты. А Энджел тоже моя пленница. Что до Аргая, у него нет шансов против Черной Королевы. Какая жалость! Встань! Черная королева, кажется, ты обронила меч. Жалкий рыцарь. Что скажешь? Обращаясь к колдовству, ты показываешь свою трусость. Если не остановить бой, будет бойня. Знаю, но не могу. Теперь ты мой. Еще нет. Шагайте, шагайте, и даже не думайте бежать. Держитесь, Аргай, вы можете. Готовься к смерти. Довольно, ты нарушил все рыцарские законы. Твои законы так же мелки, как ты сам. Ты бессилен против меня. Стража! Брось оружие, черный ангел! Стреляйте! Надеюсь, все в порядке. Мы потеряли кучу времени. Зато нашли машину благодаря мне. Не провались я в ту яму. Мы прошли бы мимо и не заметили. Вот и замок. Странно, флагмана королевы не видно. Придется ждать сигнала. Не плачь, дитя мой. Настоящее чудовище, да еще и с деревянной ногой. Гекко. Папа, он так меня напугал, что я упала в обморок. Лорд Артемис, мы вынуждены вас покинуть. Нам предстоит долгий путь. Переночуйте, отдохните. Мы бы рады, но надо искать Энджел и мисс Мун. Благодарю вас за помощь. Я могу дать солдат. Это не понадобится. Им не пройти туда, куда мы идем. Кто этот черный ангел? Демон. Нет, кажется, судьба повернулась к нам спиной. Прилетят. Вот он, сигнал. А вот и они.
все знаете. Тело королевы исчезло, потому что она не принадлежит средним векам. Я же сказал, умереть можно только в своей эпохе. Муни и Энджел в плену у королевы. Что будем делать? Вернемся в Нью-Йорк. Ладно, капитан? Хорошо. Принц, вы в порядке? Раз умереть можно только в своей эпохе, то в будущем я в безопасности? Да. Скорее, капитан, мне не терпится встретить королеву. Моя королева, мы победили. Вернули Энджелу, захватили эту глупую секретаршу. К несчастью, я проиграла поединок с Аргаем. Это не имеет значения. Ты не представляешь, как я ненавижу проигрывать. Но зато Энджел снова у нас, так что... Принц Аргай выиграл и проиграл. Какой смысл создавать противоядие, когда его больше некому давать? Паша падет, а ангел устоит. Беда их ждет, несчастье им грозит. Удастся ли принцу Аргаю и его друзьям победить силы зла? Смогут ли они преодолеть злобные козни Черной Королевы? Создадут ли они чудодейственное лекарство, чтобы спасти юную Энджел и тем самым раз и навсегда уничтожить королеву? Аргай понимает, спасение мира зависит от силы его любви. Не пропустите новых увлекательных приключений Аргая и его друзей в главе «Побег». Фильм озвучен студией «Инис» по заказу компании «Централ Партнершип».